Бабушки, дедушки, коллеги, учителя. Мы все рады приветствовать вас в здании нашей школы. Сегодня для нас праздничный день. Сегодня у нас первый школьный праздник. Для вас наступает самый важный период в жизни – школьная пора. Теперь вы, ребята, уже ученики, вы школьники. И каждый ваш день будет наполнен новыми увлекательными событиями. И поздравить вас с таким торжественным днем приехал у нас гость, депутат Московской городской думы Гусева Людмила Ивановна. В-класс и классный руководитель Шичкина Александра Павловна. Классный руководитель Измайлова Ольга.
Ольга Владимировна. Смотрит на тебя. Пока. Папа, Миша. Да, Саша, выходи. И Сережа. Что? Саша и... Мама, я могу? Выходи. Сашенька, поздравляю тебя, что ты стал первоклассницей. Подожди, еще рано. Еще рано. Итак, я тебя поздравляю, Майя, что ты стала первоклассницей. Надеюсь, тебя каждый день видишь в школе. Артём, я тебя поздравляю, что ты стал первоклассником. Ты сегодня замечательно поднимал доверие. Поздравляю. Гриша, я тебя поздравляю, что ты стал первоклассником. Надеюсь, будешь каждый день на зарядке. А у всех подушки? Саша, сядь, хорошо. Саша. Девочки, Мария, Злата, Даша, Анечка. Раздавайте. А куда все пошли? Так, итак, у нас 4 девочки. Итак, девочки. Стали красиво. Остальные все приготовили ладошки. Так, а почему-то они будут. Итак, девочки, посмотрите на Сашу. Саша сидит красиво. Саша, сиди быстрее. Я тоже сижу. Так. Девочки, я вас поздравляю, что вы стали настоящими первоклассницами. И надеюсь вас видеть каждый день в школе. Я поздравляю. А кто готовил уже ладошки? Нет, еще не надо. Злата, поздравляю тебя. Сегодня так хорошо брала высоту свою. Первая. Анечка. Ребята, вставайте. Мальчики. Да.
по 4 человека. Как мне понравилась школа, там такая хорошая и веселая учительница, я бы хотела просто жить с ней. Давай пока с мамой еще.